Ну вот, смотрите, как хорошо тут все сейчас растет. Тьфу-тьфу-тьфу, не сгладить бы. Вот, больше ничего я не менял, как вот в последнем видео сказал, рассказал, все так вот и осталось. Вот прошло еще тут несколько дней. Ну, продолжают цвести. Видите, вот нормальные цветоносы. Много цветочков. Вот. Ну, вот это сорт другой, это Мерлан сорт. Он такой хиленький, болел, плохо приживался. А Айлан вообще отлично. Ну и ягоды, конечно, у него вот такие вот замечательные, большие. Вот это одна. Вот еще зреют. Вот. Достаточно ароматные. Вот. Но поскольку стоит это у меня в комнате, вот. Что интересно, заметил, именно когда выключается свет, очень сильно начинает пахнуть клубника. Видать, какие-то процессы идут именно ночью. Вот. В растении. Вот. Ну а это вот этот вот отросточек, который я макушку, как говорил, вот отщипнул и воткнул сюда же в установку. Вот. Зацветает. Вот тут еще вот цветки пошли. Ну, и так вот даже по виду, если смотреть, она ведет себя именно как вот продолжение помидора. Вот как будто он там внизу помидор, а вот это вот так вот и продолжает расти. Ну, вот так он у меня и рос в теплице. Вот. Получается, что очень много. Вот здесь вот завязываются тоже вот цветочки. Вот пускает стрелки. Ну, он кустовой, этот сорт у меня. Вот стрелка пошла в сторону, да? И у нее тут тоже вон уже завязываются вот такие вот, как бы наклевываются цветочки. Вот. Ну, посмотрю, как это все будет расти. Вот это вот первый раз я сам в помещении, так у меня в теплице росло. И поскольку из семян долго росток было выращивать, я просто вот теплицу убирал и. Ну, я в прошлых видео говорил. Просто отщипнул макушку, вот такую, как бы. Примерно вот столько в раствор воткнул туда вот. И остальное оставил. Очень быстро прирослось. И сразу вот начал нормально расти помидор. Ну, посмотрим, что будет. Просто интересно. Установочка маленькая, тут всего 30 литров по кругу гоняется. Вот. Клубника пьет мало, доливаю редко. Что интересно. А помидоры обычно пьют очень много. Поэтому, наверное, придется доливать. Я его специально с краю посадил. В случае чего его можно будет просто отсюда убрать. Вытащить корни его и все. Вот. Ну а клубника, вот видите, пока проблем больше нет. Ни с корнями, ни с чем. Свет вот такой, как есть, ничего не менял. Ну а это вот то, что вот стоит с улицы, принес. Вот, поливаю своим раствором, тоже питательным. Ну, получается, как малообъемка. Но, видите, ну, похилее все. Вот. Все равно хилее. На гидропонике все растет повеселей. Ну, приятно смотреть даже. Вот. Глаз радует. Даже не сколько для еды, сколько для такого эстетического удовольствия. Вот. Я вот на это все сооружение смотрю. У меня тут, ну, там зеркала стоят. Ну, мне это напоминает аквариум. Вот так вот я смотрю. Вот, как в аквариуме. Ну, во всяком случае, зимой очень поднимает настроение. Вот, когда что-то цветет, вот плодоносит. Очень все хорошо. Ну вот так. Пока такие результаты. Ну а это вот я посадил вот в такую банку. Хочу просто посмотреть, как тут разрастется, чтобы, может быть, в интерьере можно будет вот держать вот просто в ящике выращивать. Два кустика воткнул, это из усов. Ну, вроде они прижились, все нормально, поливаю тоже своим раствором. И тут чистый кокос. Вот кокосовые брикеты. Ну, чем хорош кокос, вот если в него ничего не добавляли, а вот он чистый, вот кокос, как вот в брикет его высушили, то очень хорошо. Ничего не гниет, корни не гниют, он сам не гниет, достаточно хорошо держит влагу, так что можно достаточно долго не поливать. Вот. И нормально подкармливая, он будет нормально себя чувствовать, вот росток этот. Ну, посмотрим, все покажу, расскажу, но это так.
между делом. Я тут мимо проходил, решил подснять.